это две прекрасные артистки. Какой выбор вы сделаете? К этому мы и подошли. Серега. Мой выбор очевиден. Это Ангелина Чудакова. Я считаю, что несмотря на то, что в опыте она уступает Танечке, Танечка замечательно с ней выступила, но и Ангелина выступила не хуже. И в «Песне за жизнь» я увидел больше драйва в выступлении Ангелин. Вот. Это тот случай, когда юность, ну скажем, возраст предпочтительнее профессионализма, понимаете, в чем-то. Я в любом случае за Ангелину, друзья мои. Надеюсь, что коллеги, некоторые хотя бы из них, из моих коллег, поддержат меня в этом выборе. Спасибо. Например, Руслан Олехно. Вы знаете, конечно, вот этот рождественский вечер, конечно, я не хотел бы расставаться с моей единственной подопечной, с Татьяной Прохоренко. Вот. Безусловно, вот прекрасное выступление и Ангелины, и твое, Танюша. И как бы ни закончился вот для каждого из вас этот проект сегодня, да, вот этот «Фактор Бай», пусть это будет началом, первой ступенькой в вашей творческой карьере. Вы обе достойны, вы обе заслуживаете и любовь зрителя, и продолжение в этом шоу. Но я, естественно, очевидно, даю свой голос Татьяне. Ольга, ваше мнение? Ох. Вообще, правда, тяжело, потому что я девочка, и на сцене девочки, и вообще... У меня осталась одна моя девочка. Я представляю вообще, что Руслан чувствует, когда он понимает, что возможно, да, проект для них закончится, возможно, нет. Поэтому я, конечно, как всегда, в таких ситуациях буду опираться только на свое сердце. Я хочу поздравить всех с Рождеством. Вы понимаете, как это символично, что я здесь с вами и в Новый год, 31 декабря, и Рождество мы вместе отмечаем. В свой день рождения я здесь буду, в свой день рождения вместе с вами, в старый Новый год. То есть, ну, для меня вообще Беларусь и Минск действительно уже стали как мой второй дом. Я сюда приезжаю не как на работу, я приезжаю сюда домой, к родным мне людям, к родным участникам, к родным ведущим, коллегам, поварам. Ну, к поварам, потому что так драники какие вкусные тут. Как к своей команде, ко всем вам. Ангелина изумительно готовит. Да? Да, учти это, пожалуйста, вынося вердикт. Я тоже. Она изумительно готовит. Я готовлю тоже хорошо. Ты А я картошечку почищу. Да, вот это же интересно. Хочется немножко драму убрать, да, потому что вы знаете, как я сердобольна, как я все близко к сердцу принимаю. И, конечно, мне сложно делать выбор такой, но я его сделаю. Спасибо большое Ангелине за то, что она была вместе с нами. И, возможно, и будет для меня очень ранимо, очень чутко. Девочка, пожалуйста, реагируй на мои советы, в том числе верь в себя, потому что и гордись собой, есть за что гордиться. Спасибо тебе огромное за твою красоту и чистоту, которую ты дарила мне, нам, выходя на эту сцену. Сегодня я была наставницей отчасти у Танечки, и девочка вызывает у меня очень приятные эмоции. Ничего не могу с этим поделать. Ангелина, прости меня, пожалуйста. Серег, голосую по сердцу. Танюш, за тебя. Спасибо. Четыре наставника, четыре мнения. Сергей Васильевич, ваша завершает этот цикл. Да, вы знаете, как много все-таки значит репертуар, выбор репертуара. Как важно найти качающую вот такую вот песню, чтобы вот душа пела. Особенно это касается, конечно, англоязычного материала. И, кстати, сегодня Ангелина Чудакова выступила в основной программе очень хорошо. Очень хорошо. Именно с русскоязычной композицией. Это здорово прозвучало. И в «Песне за жизнь» она была именно конкурсной, вот такой конкурсанткой. Она боролась за жизнь. Это действительно, вот, отметили мои коллеги.
это было видно. Но что касается Татьяны Прохоренко, это вот тот тип именно дивы с моей легкой руки, из моих уст, видимо, так вот и полетело это слово, да, приклеилось к ней дива, она действительно дива. Да, у нее есть уже опыт работы, но именно вот такой тип артистки, мне кажется, нужен нашему шоу. Это должны быть гала-концерты с очень красивыми песнями, с прекрасными постановками, чтобы все радовались. Не работа тяжелая, да, вот выпивать прямо что-то, а чтобы сердце пело, и чтобы это было легко, чтобы это искрилось, чтобы нам хотелось всем петь, а зрителям у экранов петь и танцевать. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, Татьяна Прохоренко более ценнее именно в нашем шоу, гала-шоу. А Ангелиночка получила очень хороший опыт, несомненно, в таком серьезном проекте, в таком серьезном представлении. И спасибо тебе, конечно, дорогая. Я голосую за Татьяну Прохоренко. Спасибо. Каждый последующий эфир будет еще тяжелее. Этот весьма непрост. Я, честно, я теряюсь, потому что мне нужно произнести эту фразу, к сожалению. Наше шоу сегодня покидает Ангелина Чудакова. Ангелина. Пару слов нашим наставникам, нашим телезрителям, которые болели за тебя каждую пятницу. Ну, вообще, я понимаю, что попала самому лучшему наставнику, мне кажется, который мог у меня только быть. Он уже идет к тебе. Да. Вообще, я понимаю, вот этот вот масштаб ощущается, вот этого огромного проекта, что над тобой работает, над твоим номером этими 3 минутами просто, ну, неимоверное количество людей. Поэтому я понимаю, что вся критика, она меня только закаляет. Поэтому еще раз всем огромное спасибо. И тебе огромное спасибо, что ты стала участницей нашего проекта. А сейчас давай вспомним, каким был твой путь на «Фактор Бай». Я пришла, чтобы выйти из зоны комфорта. И новый опыт, новые знакомства — это всегда хорошо. Поэтому я здесь. It's always the best time of the day. Make it stay. Впервые в истории у вас 8 да. 4 за торт, 4 за... Спасибо огромное! Серега, мне было бы интересно поработать. Я вам предлагаю занять свободное место на стульях в моей команде. Очень стала насыщенная жизнь, активная. Я словно птица в перьях, сошну, стала молить, чтобы воскреснуть, нужно спебели. Красота спасет меня. Все было красиво в тебе. Все. Today's just the start. Я понимала, что это все будет не зря. Даже если стоять просто в студии перед микрофоном и не танцевать, это невозможно исполнить так. Тем, кто в отчаянии слаб, скажу: Господь молитве внемлет, и эту песню нам послал с прекрасным ангелом. Я